В эфире информационного канала «Севастополя новости» в студии Арсений Ковалевский. В Севастополе официально отменен режим ЧС, действовавший полгода из-за энергодефицита. Де-факто он был снят еще неделю назад, юридически 25 мая. Губернатор Сергей Миняйло на последнем заседании оперативного штаба, заслушав доклады коммунальных предприятий, подписал соответствующий указ. Теперь город переходит на деятельность в повседневном режиме. Я подписываю указ об отмене на территории города Севастополя режима чрезвычайной ситуации. И переход на деятельность в повседневном режиме. В предстоящий курортный сезон город будет получать электроэнергию без ограничений, сообщает Севэнерго. Уточняя, на зиму будет введен лимит на уровне максимума потребления трех последних лет – 265 мегаватт. При минусовых температурах прогнозируется возможность возникновения дефицита на уровне около 30 мегаватт. После отмены режима чрезвычайной ситуации резервные источники электроснабжения останутся только на социальных объектах, все остальные законсервированы. По данным правительства Севастополя, 462 из 473 дизель-генераторов, работавших в период ЧС, уже сданы в места хранения. Сумма ущерба, нанесенная экономике энергоблокадой, пока оценивается в 150-200 миллионов рублей, но эта цифра не является окончательной. Итог будет определен в течение этого месяца. Оцениваю деятельность вообще всех структурных подразделений правительства, всех предприятий, оцениваю положительно. Почему? Потому что при таком лимите, который у нас был 45 мегаватт, начиная с конца ноября, с 22 ноября, при потребляемой мощности 200 с лишним мегаватт мы не допустили сбоев в системе жизнеобеспечения, сбоев в обеспечении объектов социально значимых объектов. Мы не разморозили систему отопления. То есть таких крупных аварий, вот, которые влияют на жизнь севастопольцев, не допустили. И, конечно, во всем этом хочу высказать слова благодарности всем севастопольцам, потому что у нас очень многие принимали участие, вот, севастопольцы, которые не работают ни в структурах, в органах исполнительной власти, ни на предприятиях. Они сами помогали. Для большинства школьников страны сегодня прозвенели последние звонки. 1850 севастопольских выпускников последний раз надели школьную форму и заняли свои места на торжественной линейке. В программах праздника каждой севастопольской школы сегодня поздравления учителей, выступления творческих коллективов, традиционные школьные вальсы и выпускников и запуск в небо белых голубей. Улицы Севастополя уже заполнились детьми. Ребята гуляют по городу и поздравляют друг друга с праздником. Гимназия номер 7 в этот день отправила во взрослую жизнь 47 выпускников. На празднике побывала Анна Леготина. Ученики собираются на площадке перед школой и с нетерпением ждут начала праздничной линейки. Уже завтра у них начнутся летние каникулы. А вот для выпускников последний звонок – момент волнительный. С этого дня их жизнь изменится. Последний звонок – это такой этап. Ну, это, конечно, может быть очень утрировано, но как шаг во взрослую жизнь. Потому что сегодня наши официальные школьные будни заканчиваются. Мы начинаем учиться, поступать, готовиться к университету и... Наверное, сегодняшний день связан с эмоциями такими, как волнение, счастье, какой-то, не знаю, кураж. Для кого-то линейка последняя, а кому-то заканчивать учебный год приходится впервые. Самые маленькие переходят уже во второй класс. Что такое школа, теперь хорошо знают. В школе всему учат. Ломаные линии, сантиметры, дециметры, логику развивать. Каждый день делать домашние задания. В этом году 7-я гимназия выпускает 47 ребят. Учителя признаются, все до одного яркие личности. Это вокалисты, танцоры, победители всероссийских конкурсов и олимпиад. В день последнего звонка заслуги ребят педагоги вспоминают с особым трепетом. Ведь любые сложности все эти годы преодолевали вместе.
Семеро из них это отличники, это золотые медалисты. И мы очень надеемся, что они подтвердят свои знания, уровень своих знаний на едином государственном экзамене, который начнется буквально послезавтра. Смотрю и не верю, что были такие маленькие, хорошенькие, а сейчас, ну, уже юноши, девушки, взрослые. Ну, конечно, желаю им всего хорошего. Я думаю, что они были хорошими учениками, они были замечательным дружным классом, и я думаю, что все у них в жизни получится. Наравне с родителями за выпускников переживают классные руководители. 7 лет назад они взяли на себя обязанность учить не только школьным предметам, но и жизни. Таких самых умных и самых-самых моих хороших. Поэтому грусть, конечно, но и в то же время счастье. Они стали взрослыми, они выросли, и они теперь идут в новую жизнь. Контрольные, лабораторные, школьные будни теперь позади. Последний школьный звонок прозвенел. Впереди поступление в высшие учебные заведения. С будущей профессией ребята уже определились. Во многом выбором обязаны школе. Буду держать курс на морской институт, потому что мне интересна эта профессия прежде всего. Собираюсь поступать на юриста. Действительно, школа помогла мне с выбором профессии. Многие учителя поддержали, посоветовали, помогли подготовиться к поступлению. Я поступаю на психолога, она как бы мне, ну, ближе всего. Вот, ну, по-моему, так вот. Ну, как бы, ну, мне как бы другая профессия бы не подошла, как психолог. Так кажется. На судоводителя, потому что мне нравится море, ну, романтика все-таки. В ближайший месяц выпускников ждут испытания. Начиная с 27 мая, им предстоит сдать обязательный ЕГЭ по русскому языку и математике и еще нескольким предметам на выбор. По их результатам школьники смогут поступить в вузы не только Крыма, но и материковой части России. Анна Легосина, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя. Сегодня последние звонки прозвучали в 71 учебном заведении Севастополя. Порядка 50 выпускников покинули стены школы номер 23. Ребята поздравили учителя, родители, ученики младших классов и почетные гости. Подробности в следующих выпусках наших новостей. Полномочный представитель президента России в Крыму Олег Белавинцев вручил удостоверение федеральным судьям Севастополя. Стражи правосудия подтвердили высокую квалификацию и соответствие занимаемой должности. Указ о назначении подписал президент страны Владимир Путин. Подробности мы расскажем в 17:00. Город готовится встретить фестиваль «Белые ночи» в Севастополе. Пройдет он 4 и 5 июня и представит собой симбиоз спортивной, культурно-массовой и деловой программ патриотической направленности. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Итак, спортивная часть программы – это любительская парусная регата по классической олимпийской дистанции для различных классов яхт, а также межклубная детская регата. В то же время на берегу пройдут выступления творческих коллективов Севастополя, выставки и тематические мастер-классы. Фестиваль «Белые ночи» в Севастополе стартует 29 мая в Санкт-Петербурге. Оттуда его участники отправятся автопробегом по городам воинской славы и городам-героям с остановками в Москве, Туле и Керчи в Севастополь. По сути, по пути следования автоколонны к ней также будут присоединяться новые участники. На этом у меня все, а эфир информационного канала Севастополя продолжается. Оставайтесь с нами. We'll be right back.